Здравствуйте, друзья! Намасте! Привет из Индии, из Ришикеша! Это канал India Magic TV, 261 выпуск индийского блога, рассказывающего про загадочную и интересную страну Индию. Качество картинки нашего последнего стрима из Харидвара было плохим, потому что там был плохой интернет. Скорости индийского мобильного интернета даже 4G не хватает для хорошего качества в реальном времени. Урок йоги, который провела Рупали и на котором мы немного побыли в прошлом видео, проходил в Ришикеше в очень красивом, довольно новом отеле, который называется Divine Resort, что в переводе означает «божественный курорт». Я прошелся по этому отелю с камерой. Давайте посмотрим, что подразумевается в Ришикеше под божественным курортом. Вот этот пейзаж действительно божественный, открывается с балкона этого ресорта, курорта или отеля. Сейчас вы слышите шум Ганги. Камера воспринимает это просто как белый шум. А это вид на мост Лакшманджула, на второй меньший мост Ришикеша, который назван так в честь брата Рамы Лакшмана. А это гхаты, ступеньки, ведущие к воде, предназначены они для совершения омовения в священной реке. Все это можно наблюдать с удобного балкончика в йога-холле отеля Divine Resort. Сейчас здесь, в отдаленном районе Тапаван, появилось много таких дорогих новых отелей. Вот это плавательный бассейн этого отеля, он находится на нижнем его этаже. У отеля интересная конфигурация. Вход его, вход в отель, он находится на самом верхнем 8-м этаже. Если обычные гостиницы растут снизу вверх, то вот этот горный отель растет как бы сверху вниз. Его 8-й этаж находится на уровне дороги. И когда вы заходите туда, в этот отель, то уже потом на лифте спускаетесь вниз. А можно спуститься вот по такой дорожке, которая ведет к реке вниз. Вообще, когда я бродил по этому отелю, я в нем немного заблудился.
Hi. I'm fine. Name? You live here in Rishikesh? Yeah. Yes, really. Go to school, no? Go to school. You go to school? Ой, хорошо. Ганга. Сейчас не холодная в этом сезоне. Очень приятная температура. Посижу-ка я здесь на берегу. Немного. Вот так. Postcard. Good. Thank you. Тростникового сока хочу. Тростникового сока. Вот где-то здесь дядечка. Наш. Вот он, наш дядечка. А, у него машина еще не готова. Где же его машина-то? А, он только сейчас расставлен. Халлоди, намасте. Where is the juice? After. No possible, да. Он уже не делает джуз. А что же, он столько лет делал этот сок, а теперь уже все. Он даже не старел, делая этот сок. One cappuccino. Похоже, это короткая дорога к моему ашраму. Я
Лаксманджула. Иду пешком от второго моста. С Руполя я не поехал на мотоцикле. Решил походить, поснимать, попить кофе, зайти. Да. Гитаашрам, вот да, как раз моя калитка, вот она. Я сейчас прохожу через эту калитку, и я в Гитаашраме. Здесь госпиталь, я уже вам его показывал сегодня утром. Вот эта калитка, я здесь вчера не вписался в проем вот этот низкий. Когда пролазил здесь, головой ударился вот об эту перекладину. Кепка меня спасла, смягчила удар. Все, я в Гитаашраме. Сейчас пройду через парк, и я дома. А так бы по дороге мне пришлось все это обходить и возвращаться назад. Вот на территории ашрама. Довольно запущенный, конечно, ашрам. Видно, что денег у них мало. Особо людей тоже нет здесь. Вот, есть несколько комнат, где можно жить. Но это и хорошо, что он немного запущенный. Они цены не накручивают. В общем-то, как здесь все выглядит, мне все равно. Зато мне очень нравится моя комната с кухонькой, из которой я сделал себе кабинет рабочий. Все, что нужно мне в этой комнате, есть. Хорошо. Вот здесь, над школой, как раз я и живу. Вот она, школа. Здесь это школа от ашрама, от Гитаашрама. Ну, это такая, видимо, начальная школа для маленьких детишек. Потому что вот сколько я сюда не приезжаю, я вижу здесь только малышей в этой школе. Так, я вышел на противоположную сторону от ашрама. Мне нужно здесь еще в лавочку зайти. Надо будет как-то пообедать вот здесь, на углу. Здесь как раз вот кафешечка такая маленькая, называется Food Corner, уголок еды. И здесь по-русски написано: уникальный вкус для дома, для вас. Попробую сегодня вечером здесь поужинать или, может, пообедать, что одно и то же для меня. Это мой старый ришикешский друг Райна. Он немец, живет в Ришикеше долгое время уже. В Германии они могут получить индийскую туристическую визу на 1 год. Но все равно с тем условием, что 1 раз в полгода нужно выехать из страны. То есть вот полгода вы живете по этой визе, а потом нужно выехать и въехать. Можно вот даже выехать и на следующий день въехать. Но нужно выехать из страны 1 раз за этот год. Обычно Райна ездит для этого в Непал. Я сейчас иду с велосипедом. Это видео снимает камера моего велосипеда Polaroid Cube Plus. Такая малюсенькая, квадратненькая камера, на магнит крепится. Сейчас мы зайдем в то место, где живет Райна, к нему домой. Он возьмет свой, такой же, ну, похожий на мой складной велосипед, и мы поедем с ним купаться в Ганге. Вот видите, мы заходим сюда, это вход в ашрам, Гитаашрам. Райна живет в том же ашраме, где и я. Собственно, он и эту комнату для меня забронировал, в которую я заселился, когда мы с Мишей приехали в Ришикеш. Но его строение, то строение, где у него квартира, находится где-то метрах в 200 от моего дома.
Say hello. Hello, Ryan. Hello. Namaste. Namaste. Greetings from Rishikesh. Thank you. So, do you like Rishikesh? Oh, very much. Very much. Interview. It's also good. Japanese one. Good. Хороший тоже байк вот этот у Райны. Здесь у него вот есть багажник вот такой. Кстати, мне такой тоже можно прицепить. Где его взять только? Специально для такого велика. Вот он как цепляется классно. Интересно. Where did you get this bag? Very nice. This bag, huh? Yes. Great. Perfect, yes, yes. It's... Мой велик как-то более хлипкий такой на вид, чем этот, Райан. Вот это у меня для видеокамеры, для полароида. Крепление такое. Звоночек. Абсолютно бесполезная вещь в Индии. Индийцы не обращают на него внимания. Ну что, я что-то ничего не поснимал, ни гангу, ну на свой телефончик ему дал. Ну и ладно, и пофиг. Смотри, где корова стоит, видишь? Вон где корова стоит. Да. Привет, корова. Ну этот такой гордый, смотри, вдаль смотрит. Привет, привет, лангурчик. Орём. Лангурчик, огурчик, пошли. Мы идем туда, на гору. Миша захотел сходить вон в тот храм. Сейчас его не видно из-за деревьев. Это надховский храм шиваистский. Называется он Бахут Надх Темпл. Вот он. Шпиль его виднеется сейчас. Вот. Сейчас посмотрим, вот. Есть тут этот. А его нету, смотри, его дядечки. А, нет, вот он. Вот он, с Рудракши, но почему-то у него нет самого магазина этого. Чай-шопа. А, намасте. Намасте.
Where is your chai shop? This time government. Good morning. How are you? Good morning. Good. Good. Yes, are you? Yes. Good. Good morning. Good morning. Yes, Prem. Good. Yeah. Yeah. You, Rudraksha. Yeah, yeah, yeah. 2 years again. This one. I pay. Two years. This time government. No chai. No chai. No chai. No market. And there is chai. No chai there. Yeah. I want chai. Да, можно чай. Ну у него ж такая классная была, тут печечка была, все было здесь. Было очень хорошо. Да. Так что, говорит, смыло или что? Нет, что-то нельзя, Гава, правительство не разрешает. No, thank you. Змейка. Кто там? Змейка. Нифига себе. Сталопендра какая-то. Что это? О, вон, змея. Вот такая. This snake? No, no snake. А, не змея, говорят. А что это? Сталопендра. Нет, это как какая-то, как ящерица, что ли. Я пойду посмотрю, есть у них чай. Хочу чай. My friend, блогер. Упорвала. Very nice blogger. Yeah. Вы уже поговорили, да? You're good name. My name? Миша. Майкл. Майкл. Миша. Камера. GoPro. No GoPro. Sony. Sony. Да? Окей. Bye bye. Namaste. Bye bye. Этот хороший дядька. А что, тому можно чай продавать, а этому нельзя, что ли? Странно. Там пока все, друзья. Подписывайтесь на наш канал India Magic TV. До свидания. Всех благ. Намасте. Намасте.